Приветствую всех на своем канале. Меня зовут дядя Митя, и я сегодня нахожусь в Туле. Сегодня вас ожидает дневной Кремль, а также и вечерний. На что есть посмотреть, вы увидите прямо сейчас. У многих городов есть своя визитная карточка. А когда представляешь Тулу, сразу вырисовываются пряники и самовар. Как же Тула является городом-героем? Красивейший Кремль. Когда-то его хотели разобрать на стройматериалы. Губернатор города. Но Екатерина II этого не позволила и выделила деньги на реставрацию. Гуляя здесь, создается впечатление, как будто ты переносишься в ту эпоху, когда он и был построен в 1520 году. Ну, точнее, пожалуйста, загуглите и посмотрите, когда именно это было сделано. Но на самом деле здесь есть что посмотреть. Погулять, развеяться, а также здесь очень много подсветки. Ночью здесь офигенно, даже лучше, чем днем. В том году город отмечал 500-летие Кремля. Территория его небольшая, но здесь расположены башни. У каждой из них своя история и название. Всего их 9. И в каждой можно побывать. Также был возведен колоритный деревянный городок, обнесенный чистоколом. Конечно же, первое впечатление, то что он немножко низковат. Такое чувство, как будто он закопанный. Но это только такое создается ощущение. Но в Москве на самом деле выше стены кремлевские. Но здесь все равно есть на что посмотреть, и мне просто нравится. А тем более сейчас еще наступила весна, и прогуливаясь, я даже не мерзну. Если вы с гидом, то вас проведут по системе тайных ходов, покажут казематы. На территории Кремля расположен Богоявленский собор, посвященный победе в Отечественной войне 1812 года. В настоящее время в нем расположен музей оружия. Его обязательно посетить, ведь Тула – оружейный завод, построенный еще при Петре I, всегда славился своим оружием, а значит и в музее вы увидите много интересного. Сейчас я буду проходить через центральные врата этого Кремля, посмотрите. И мы попадем прямо на набережную. Набережная подсвечивается, просто огонь. Прошли мы через эти ворота и попали на набережную, где очень много домов подсвечивается декоративно. Есть здесь еще и один собор, Успенский. Он строился в середине 18 века. На мой взгляд, самый красивый. Рядом с Кремлем есть очень интересный музей самоваров. Вот где точно детям понравится. Вам расскажут не только об истории самовара, но и о пряниках. Все это главные достопримечательности Тулы, которыми город известен на весь мир. Есть экскурсии в музей самоваров, чаепитие. Вы попробуете чай из старинного самовара с печатным пряником ручной работы. В общем, это будет незабываемо. За Кремлем есть сквер, где приятно отдохнуть после экскурсии. Мне вот очень понравилась набережная, особенно в ночное время. Декоративная подсветка зданий и самого канала возле Кремля придают этому месту сказочный вид. Прогуливаясь по набережной реки, создаешься впечатление, как будто ты находишься просто в огромном городе. И сожалеешь, почему у нас в Воронеже так все это не сделали. То, что ты можешь приходить, сидеть вот на такие пропеты, да, из дерева, лавочки. Просто офигенно на самом деле. Ты можешь присесть, посидеть и пойти дальше. На территории расположены места для прогулок и тихого отдыха с беседками, лавочками на верхней набережной, вдоль воды, смотровыми мостиками, павильонами и кафе. Есть сиреневый сад, заложенный в апреле 19 года, в соответствии с концепцией благоустройства набережной. А еще вот этот вот мосточек, я даже не знаю, для чего он сделан, ну просто офигенно, он весь подсвечивается. И вообще просто шикарно создается такое офигенное настроение. Как будто праздник какой-то, знаете, как Новый год. Вот у меня почему-то ассоциируется, где много всяких подсветок, переливаний. Именно создается именно такое офигенное, крутое настроение. Кроме того, на набережной предусмотрены зоны активного отдыха с детскими спортивными игровыми площадками. А еще посмотрите, какая здесь офигенная штуковина. Чтобы на ней крутиться как-то надо, но я не умею, ну просто кайф.
Это детская площадка. Короче, мне здесь очень нравится. Навесом для настольного тенниса, площадками для баскетбола, футбола и хоккея, а также велодорожки. Здесь, видимо, сделан веревочный городок, но сейчас он не работает. Скорее всего, летом он будет полностью исправен. И полностью будут все здесь люди радоваться, особенно детки. К сожалению, мне побывать в музеях не удалось, так как был в рабочей командировке. Но обязательно в следующий раз попаду. Если будете в Туле, не проезжайте мимо Кремля. Посетите его в любое время, так как он красив всегда. Посмотрите, какая здесь еще одна красота. И я сейчас хочу прокатиться просто на трамвае. И многие скажут, ну что это за аттракцион-то такой-то? Но у нас в Воронеже их просто нет, и я хочу вспомнить свое детство. Мне удалось прокатиться на трамвае, ведь Тула вроде маленький городок с населением всего 350 тысяч людей, но с развитым общественным транспортом. Он ходит до 11 часов вечера. Когда я сел в него, на меня сразу нахлынули воспоминания, как я в 9 лет ехал к маме на работу. Она работала рядом с рынком. В итоге я опоздал на целых полчаса. Трамвай очень колоритный транспорт, но уж очень медленный и громкий. Особенно старые вагоны. Пассажиры, при выходе из вагона будьте внимательны и осторожны. Остановка находится на проезжей части дороги. Сейчас прокатился на этом чудо-трамвае. Просто вообще кайфово. Ну шум дичайший. Старый такой. Классный. Все. Вот такое вот получилось позитивное видео про этот город-герой Тула. Мне здесь очень понравилось. Но, к сожалению, я был ограничен по времени. И в музей я не сходил. Я так хотел побывать в музее и самоваре. Также отведать тульского пряника. Но, к сожалению, я этого ничего не увидел и не попробовал. Мне здесь очень нравится. Если я вам посоветую, приезжайте сюда, то обязательно приезжайте. А также давайте поделитесь в комментариях, в каком городе мне лучше всего побывать. Может, я приеду именно в твой город, если ты напишешь, что там интересно. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи и пока!